Костанайский государственный педагогический институт – это вуз с богатой историей и по праву занимает одно из ведущих мест в образовательном пространстве Казахстана. Он образован в августе 1939 года. Сейчас в КГПИ 6 факультетов, 13 кафедр, 2 учебных центра, на которых обучается более 3000 студентов по 23 специальностям. Обучение осуществляет более 200 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 7 докторов наук и 78 кандидатов наук. Высокий рейтинг и хороший имидж вуза гарантируют качественную подготовку и трудоустройство выпускников в сфере образования. С целью интеграции в мировое образовательное пространство пединститутом была подписана Великая хартия университетов. Сегодня наш вуз поддерживает международные научные связи и сотрудничает с вузами России, Венгрии, Италии, Болгарии. В институте успешно реализуются программы полиязычного образования, осуществляет электронное обучение e-learning, академической мобильности, в рамках которой студенты нашего вуза ежегодно проходят обучение в вузах Франции, Словакии, Польши, Германии. В институте работает 5 научно-исследовательских центров. В центре Ибрая Алтынсарина известным ученым ибраеведом Серикбаем Аспановым ведется научная работа по исследованию наследия великого просветителя. Проекты резерват Алтын-Дала и о миграции журавлей, гнездящихся на озерах Костанайской области, доктора биологических наук Татьяны Брагиной знают не только в нашей стране, но и за ее пределами. В КГПИ созданы все условия для реализации творческого потенциала студенческой молодежи. Имеющийся дом культуры студентов, спортивный клуб института способствует духовному развитию студенческой молодежи. Не раз поднимался флаг и звучал гимн Республики Казахстан благодаря высоким достижениям наших студентов-спортсменов. Среди них чемпион мира по конькобежному спорту Денис Кузин, двукратный призер Олимпиады Иван Дычко, Сысолятин Олег, призер чемпионата мира по гиревому спорту, Тулебаев Дидар, призер международного чемпионата по кикбоксингу, Ермагамбетов Батырхан, чемпион мира по пауэрлифтингу, Христова Анастасия, призер международной студенческой универсиады, получившая лицензию на участие в зимних Олимпийских играх в Корее, и многие другие известные личности области и страны – это выпускники Костанайского педагогического института. В настоящее время КГПИ – это творческое содружество ученых и педагогов, студентов, объединенных одной общей заботой – делом профессиональной подготовки учителя. Выпускники Костанайского государственного педагогического института обеспечиваются рабочими местами и успешно трудятся в различных сферах образования, культуры, спорта. Патриотичный, образованный, здоровый, ответственный и энергичный, владеющий казахским, русским и английским языками, питавший ценности государственной программы «Рухани Жангыру» – это студент КГПИ.